Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня 4 января 2017 года. Я приветствую всех выживших, всех переживших алкоапокалипсис, дорогие друзья. Сижу, пью чаек. Хочу немного рассказать вам о своих планах на поисковой сезон. Вот, на поисковой сезон. Что бы я хотел приобрести к сезону? Какие планы вообще? В прошлом году я покупал лопату. Лопату, значит, пинпоинтер я покупал, Гарат от Про. Ну, вот этот желтый-то какой, сиреневый, блин. Блин, сиреневый. Ну, вы поняли, это морковка-то это, да? И что там, я что-то еще покупал. А, фону, там, берцы все покупал, да. В этом году у меня из поискового, как бы, все, что мне нужно было, все у меня есть. Аську 150 я, как бы, продал. Аську 150 продал и катушку. И люди, если те, кто купил у меня, смотрят, респект вам. Я надеюсь, этот прибор принесет вам так же, как и мне, большие знатные находки. Именно Аськой 150 я ведь накопал на все основное. На Сигнум, там, на катушки, на вот это все дела, на всякие побрякушки. И даже еще осталось. Так что вот так. Надеюсь, вам этот прибор тоже принесет знатного хабара и побольше, как говорится. Также у меня на канале до сих пор еще висит страйк. Один страйк будет он висеть до 27 января, по-моему. Ну, до февраля, короче. Ой, так который страйк, который Широгоров киданул. Так что вот такие дела. А почему, зачем я продал Аську, короче, и катушку? Я продолжаю копить на видеокамеру Panasonic 760. Смотрел, я тоже смотрел все модели разные, но смысла покупать камеру какую-то дороже я не увидел. Во-первых, кризис, и так денег нифига нету, блин, на вот эту хотя бы накопить. Смотрел камеры, короче, которые подороже, там это 870, 900 какие-то смотрел камеры, также Sony смотрел там. Но для Ютуба смысла я не вижу что-то дороже покупать, даже если бы деньги были. Хотя их и так-то нету, блин. Смотрел характеристики тоже. И в чем прикол? Вот те камеры, они написано там 4К якобы, да? Но это на самом деле не 4К, а Ultra HD. И к тому же этот Ultra HD там... Короче, там только 25 кадров в секунду. А что такое 25 кадров в секунду для активной какой-то съемки на природе? Ну это вообще, это будет картинка стробящая, это... Это вот то же самое, то, что я снимаю на смартфон, блин. И тем более, нафиг, какой 4К, блин? Где ж ты живешь? В какой стране, блин? Чай, сахар есть, и то хорошо, как говорил Борис. Так что как-то так. Стоит она сейчас... Так, сейчас я включу. Давайте с вами посмотрим. 25, это 26 тысяч, вот это 760-е. Сейчас включу рабочий стол. Что там видно, да? Наверное, видно. Я второй монитор отключил, пока не это самое. Не было возможности. Так, это AliExpress. А вот DNS, да? Ну, например, во всех магазинах одинаково она стоит. Это 760-я, вот она. Wi-Fi мне не нужен. Ничего там, дополнительные прибамбасы никакие не нужны. Вот единственное, на природу поснимать вот нету аппаратуры. Хотелось бы какие-то там, вот тоже на речке мы ездили, да, там, речки, леса, природу всякую. Вот ни смартфоны, ни GoPro для этого не годится. Хочется что-то основную какую-то видеокамеру купить. Чтобы поснимать именно пейзажики, там, все дела вот такие. Я думаю... Тоже долго сидел, выбирал, но лучше ничего не нашел за эту цену, как бы. И хочу еще взять этот штатив, короче. Вот я на Алиэкспрессе несколько штативов присмотрел. Так. Вот, наверное, вот этот закажу. Чем мне он приглянулся, у него, короче, вот эти фиксирующие штуки, которые ножки фиксируют. Не вот эти, знаешь, там защелки бывают такие.
Эти защелки, они крайне, ну, ненадежно, они отламываются. А здесь не защелка, а здесь это закручивается. Крышка, короче. Типа, резьба закручивается. Вот они, на ножках там закручиваются, типа. Ну и как тоже по отзывам посмотрел, более-менее такое. Ну, опять же, 4000, да? И плюс к нему надо купить. Там с ним в комплекте идет маленькая шаровая головка. Но она не особо удобная, блин. Надо заказать, будет еще видеоголову. Вот тоже посмотрю. Вот $36 есть, 31. Ну вот это вот эти более-менее, как она? Yutang 950 называется, да? Короче, как-то надо накопить. Так, 2200, там 3000. Ну, короче, 1035 надо накопить. Я думаю, чтобы природу поснимать в этом году нормально. Как-то так. А тоже вот смотрел разные эти самые видеокамеры. Там все, что ниже, ну как-то не это. Не понравилась мне картинка там вообще, ну, видно прям артефакты, блин. Тоже вот, допустим, есть, да? Panasonic 990, блин. Тоже там это самое, только прибамбасы вот эти, то, что 4К там. И то это не 4К, а там, что там, 25 кадров. Ну куда это годится? Я понимаю, какую-то статичную картинку снимать, но когда ты там лазишь, это что-то делаешь, это все размазанное получается, блин. Так что надо как-то поднапрячься и скопить. У меня уже есть, сколько-то там, ну, около 20 тысяч, наверное, я отложил. Наверное. Да, ну я как это самое, я понемножку каждый месяц там по 1000 там, по 2000 откладывал где-то еще, наверное, с этого, блин, как его? То ли с августа, то ли с сентября. Ну, понемножку так коплю, немножко откладываю, короче. Давно хотел я, с первого года, как видосы снимаю, да хотел эту видеокамеру, но, блин, в какой стране живешь, как говорится, да? Так что как-то так. Вот такие новости, дорогие друзья. Вот такие новости. Постараюсь что-нибудь в последнее время, в ближайшее время запилить. Сейчас, наверное, обзорчик такой небольшой запилю этого смартфона чуть попозже. Одного тоже интересного, такой, с Китая, недорогой, как бы, да? Ну, он как бы примерно по характеристикам, как вот этот вот Galaxy S4. Только стоит около 9 тысяч там. Ну и бложу какой-нибудь заберу обязательно. Может быть, кому-то в гости схожу, там все дела там. Надо понемножку хотя бы каналом заниматься, что-нибудь да выкладывать. Так что как-то так. Ладно, дорогие друзья, до новых встреч.